В минувшем году на территории региона произошло порядка 2000 пожаров. К сожалению, от печальной статистики никуда не деться. Погибшие на возгораниях были, однако год от года количество людей, кого унесла с собой огненная стихия, становится меньшим. Благодаря грамотным действиям пожарных в Брянской области было спасено при пожарах 145 человек. 2013 год только начался, а вынуть из лап смерти пожарным уже удалось не один десяток человек. В числе спасенных трое жителей одноэтажного деревянного дома коридорного типа по улице Арсенальной в Брянске. Возгорание случилось там уже ближе к ночи 17 января. Сразу попасть в квартиру в горящей возможности не было. На окнах были металлические решетки и пути эвакуации, значит, отрезаны огнем. Одно отделение у нас приступило к тушению пожара, чтобы пройти по основным выходам. Значит, второе звено во главе вот с прапорщиком Андреенковым при помощи специального инструмента срезали решетки с окон, проникли внутрь, спасли трех человек. При тушении пожара было сложно то, что были окна в решетках, и пришлось спиливать их. Вот, и через окна уже вытаскивали пострадавших. Вот, слаженность караула, конечно, это большой плюс, потому что личный состав сработал очень грамотно. Вот, и хотелось бы, чтобы люди берегли себя, конечно, в этой ситуации, и сами смотрели за всем. Так это наша профессия, наш долг – спасать человеческие жизни. Благодаря слаженным действиям огнеборцев от злых языков пламени ни один человек не пострадал. Непосредственно этих людей мы уже третий раз будем, значит, поощрять, выдвигать на поощрение. Будут подготовлены документы к награждению медалями за отвагу на пожаре, в очередной раз посланы в региональный центр. Да, вот именно вот этот караул у нас отличается такими слаженными действиями. Вот недавно при тушении пожара в Монолите те же самые люди спасли девочку, которой угрожали, так скажем, опасные факторы пожара. Она готова была уже, сидела на подоконнике, так скажем, на высоте 8-го этажа. Ну и еще неоднократно, говорю, очень много сложных пожаров потушено людьми. Ну, люди опытные, обученные, грамотные. Да, немало поощрений за годы службы от главного управления МЧС уже получено этими смелыми спасателями. Однако, признаются пожарные, главная их награда – еще одна спасенная человеческая жизнь. Татьяна Глазова, Евгений Седачев. События, Брянск.